Ебой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Здарова, друзья, с вами Влад Кабуса. Большинство из вас написали мне в комментариях: Влад, давай уничтожай это событие и получай карточку самого Лионеля Месси. Я вас услышал, думал вначале забрать карточку Левандовски, да и карточку Мбаппе, но сегодня все кардинально поменялось. Я напоминаю, если бы вы хотели бы, чтобы я сумел вам разыграть звездный абонемент у нас в игре, давайте договоримся так, вы набираете ровно 3000 лайков, под одним видосом почти уже набрали 3000 лайков, так что результаты будут сегодня, либо под этим, если наберете еще 3000 лайков, то сразу сделаю на 2 ролика результаты у себя в телеграм-канале. Обязательно, чтобы принять участие, поставить всего лишь палец вверх, написать в комментариях, почему именно вы должны стать обладателем этого звездного абонемента, и прям обязательно подписаться на мой телеграм-канал, ссылка находится в описании, и подписаться на мой YouTube-канал, потому что программа будет проверять, подписаны ли вы или не подписаны, и открывайте ваши подписки на ютубе. Самые легкие условия: до конца этого месяца я буду вам каждый день разыгрывать звездный абонемент. Чем больше лайков, чем больше отдачи от вас будет, тем больше абонементов сумею вам разыграть. Если будут хорошие цены на поинсы, например, по 1000 рублей за 12 тысяч, тогда я сумею вам разыграть вместо абонементов, например, поинсы по 12 тысяч. Так что давайте, покажите ваш максимальный актив, я вам сумею сделать самые офигенные, самые крутые, самые лучшие награды, которые только возможно в этой игре. Спонсором моего ролика является, как и всегда, я хочу начать с того, что мне немножко не хватает, и поэтому я прямо сейчас хочу открыть парочку наборов. Ну, здесь открыть 3 набора и получить гарантированно кандидата в тотем. Прямо сейчас. Фух. Давай. Удачка, удача, удачу! Херушки там, 75 тысяч монет. Ну, блин. Знаете, хотел красиво начать этот ролик, чтобы так ба-ба, херак выпадает игрок тоти. Ну, нет, нет, eSports решили на этом, ну, знаете, вот как-то так поступить. Не, ребята, тут шансы маленькие на выпадение игроков, но зато одного бесплатного гарантированно мы вам даем. Поэтому, в целом-то, хорошее событие, лично мне нравится за то, что ты заходишь, проходишь испытания, получаешь кучу офигенных наград, и плюс ты еще зарабатываешь огромное количество жетонов в тоте. Для того, чтобы получить намного больше жетонов в тоте, просто-напросто участвуйте у меня в конкурсе и получайте жетоны дополнительные тоти, и с помощью них вы сумеете получить самые наилучшие, самые офигенные награды. Но я прямо сейчас трачу 150 жетонов в тоте. Там пара па 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 пам. Что же выпает? И снова седая ночь. Ерунда происходит. Но здесь гарант будет. Ох! Гарант, конечно, блин, хочу открыть уже. Я понимаю, что все что угодно может сейчас произойти. Может карточка Роналду выпасть, может карточка Неймара, Харри Кейна. А может какое-то говнецо выпасть отсюда, которое прям не особо мне надо. Давида карточка, пое, блин, ну, конечно, я вот выкупаю то, что все что угодно может произойти сейчас. И Мобилы, или Инсинья выпасть. Они мне часто выпадали, но я очень хочу, чтобы Роналду, наконец, хочу, чтобы свершилось чудо. Давай, по-братски, яшники, ну надо уже, надо, надо, надо. Испанец, кто ж там испанец нападающий? Кто это такой? Да ну, блин, ну тут не очень, ну что-то явно. Морено, ну 88, ну нормально, ну как-то вот прям я не знаю, что вам сказать. Ну нормально, ну ничего такого не скажешь, прям самый лучший улов, который только возможен в этой игре. Нет, нет, такого нету точно. Нормально, 990 тысяч монет стоит. Нет, ты мне пока что пригодишься. Далее нажимаем кнопочку. Я гарантами с полузащиты сумею забрать двоих игроков, и это уже меня обнадеживает, да и радует. Зайдем в раздел нападающих, давайте мы проверим, сколько у меня есть. Где тут карточка Морено? Морено, Морено. I feel you, my love. Такс. Быстрое добавление, и 3000 жетонов они хотят. А взамен сколько они мне дают жетонов? У меня 1410, я могу задонить легко. И на балансе тут 30 штучек даются. Нет, мне так не хватит 100%, поэтому мне нужно сейчас задуматься, как мне поступить. Стоит ли мне сейчас дойти до конца и забрать отсюда вам награды? Или мне все же задонить и забрать карточку Неймара? Как быть? Как бы вы поступили на моем месте? Сколько здесь жетонов дается? 75? 75 плюс 485 это 560 получается. А стоимость карточки Месси у нас составляет сколько? Сколько ты стоишь, дружок, пирожок? Нападающий, заходим сюда. Я думаю, может быть, мне ЛВшника реально хорошего взять Неймара карточку. И просто уничтожить это событие. Так, если мы забираем карточку Месси, сколько ты стоишь? 550 жетонов. Пам-пара-па-па-па-па-па-пам. А сколько хорошо карточка Неймара стоит на рынке? Донатить, не донатить? Что у меня там, кстати, происходит?
мои заявки, там еще аж одна карточка должна быть. Вообще не уходит пяти, ну ё-моё, ну что это за фигня такая? Купил эту карточку, лучше бы не покупал. Чтоб я знал, что такая ерунда будет с ним происходить. Как-то прям невыгодно. Сколько стоит обновить? Нихера себе, стоит 17 миллионов монет стоит карточка Роберта Левандовски? Да ну не смешите меня. Нейм. 93. Печальная история, конечно, оказывается. Нихера себе, сколько стоит карточка Неймара, а поди это... А 92-го рейтинга нету Неймара? Блин, давайте, может быть, еще два набора откроем? Или не стоит открывать эти наборы? Я просто с ума схожу, когда начинаю открывать наборы. У меня, смотрите, у меня есть два варианта. Либо мне проходить этапы, или мне прямо сейчас забрать карточку Неймара и забрать карточку Месси. Хотя вот не знаю, надо ли мне забирать карточку Неймара Месси. Но вообще интересный вариант типа складывается, если я сейчас забираю карточку Неймара... Плюс еще Месси, там такой разрывной выпуск вас будет ожидать. Здесь не особо много на жетонов, при том еще. Но я скоро еще подхожу в этапах карточки самого Луиша Фигу. ПВшник, Луиш Фигу. Блин, 6000 жетонов осталось, я могу его карточку забирать. А вот скоро еще и это, Рональдиньо карточка подлетает ко мне в состав мой. Если вот прям все грамотно сделать, тогда, конечно, у меня будет состав... офигенный, офигеннейший, не знаю, что еще сказать, но, короче, состав будет идеальным. 14 миллионов 500 стоит карточка Неймара. Я думаю, то, что стоит за такую стоимость его забрать, приобрести, нажимаем. И за 15 лямов хотят, чтобы я его купил. Ну, видимо, придется за эту стоимость его покупать. Давайте заберем карточку Неймара. Подтвердить. Ё-моё, монетки улетают и улетают, это... Короче, монетки улетают и улетают, я же заговариваюсь, потому что покупаю. Хорошо, получить игрока, Неймара мы забрали, цена 15 миллионов монет, это очень дорого за такую карточку, но надеюсь на то, что я не зря все делаю эти действия. Мне кажется, то, что ну, состав у меня должен быть идеальным, но с такими-то игроками, которые у меня есть в составе, это прям бомбический состав, я хз, что еще сказать. Потратим ровно 6000 поинтов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, а маловато. Еще чуть-чуть потратим. Все, стоп. 1000 очков нападающего, на балансе 5410. Нет, мало, блин. Все. Должно хватить. Все, 6410 на балансе. Вроде бы все правильно сделал. 948 тысяч поинтов остается. Блин, такое событие, если честно, жесткое. Прям реально жесткое. Я с ума схожу. Но я хочу это делать. Я в кайф себе это делаю. Не знаю, мне лично по кайфу тем, чем я занимаюсь. Быстрое добавление нажимаем. 6000 жетонов потратим. И карточку самого Неймарища мы заберем. Давай, клацаем, 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 клацаем. О, очки нападающего старта получаем. Ну ладно, хорошо. И забираем эту мощнейшую карточку к нам в состав. 93-го ВВшник у нас Неймар в нашем составе. Добро пожаловать, дружище. Вау. Я не знаю, мы просто берем и уничтожаем по чуть-чуть события. Проверим прямо сейчас, сколько стоит на рынке карточка, например, Месси. И сколько стоит карточка Левандовски и этого. И я уже забыл, как его там зовут, Мбаппе. Месси карточка 28 миллионов монет стоит. Хорошо, если мы, например, покупаем карточку... Не Месси, название так не дает даже мне проверить. Поиск игрока, мы, например, вот так, Левандовский вроде бы так, если не ошибаюсь. 17 миллионов стоит. Мбаппе сколько карточка стоит? 16 миллионов монет. Рубаря, если двоих забираю этих, то 30 с чем-то миллионов у меня получается, потому что тут комиссия будет, там комиссия будет. Вот сейчас нужно задуматься, лучше мне забрать карточку Мбаппе и все-таки карточку Левандовский, или все же я должен забрать карточку Месси? Ну, насчет карточки Месси, я пока что под таким вопросом, ну, я реально в замешательстве, я не знаю, стоит ли мне забирать карточку Месси. Я за Роналду поиграл, интересная, хорошая карточка, мне лично зашел на все 100%, но за Мбаппе и Левандовски тоже хотелось бы поиграть, потому что он все-таки достойные игроки. Я прямо сейчас должен совместно с вами сделать решение, потому что от вас все зависит, да и от меня. Я не знаю, принял ли я верное решение, но все же я бы думал то, что не буду забирать карточку Месси. Вначале думал то, что буду его забирать, а сейчас понимаю то, что нет, не хочу его забирать.
Хз, просто я понимаю то, что лучше карточку я сумею забрать. Рейтинг 95, Месси 96, да, понимаю то, что потом ультимейт карточку Месси сумею забрать. Но Месси это не тот игрок, который я хочу у себя в составе. Сори, я не знаю, почему так происходит, но что-то не хочу забирать Месси. Вот хз, прям хз, реально хз. Ребята, напоминаю, кстати, если вы хотели бы, чтобы я вам разыграл звездный абонемент, набирайте ровно 3000 лайков под этим видосом и обязательно участвуйте в моем конкурсе. И самое главное, чтобы вы ни в коем случае не забывали то, что у меня в телеграм-канале я сумею вам слить страну, через которую вы сумеете покупать звездный абонемент намного дешевле, чем у вас в вашей стране. Так что обязательно подписывайтесь сюда, ссылка находится в описании. Ну а я буду творить сейчас невозможное, мы листаем вправо. Я думал иначе поступать, но все же понимаю, что именно хочу так поступить. Очки нападающего, клацаем сюда. Тратим снова. 6000. Очки нападающего 3000. Листаем вправо, давайте заберем монетки, 125000. Нападающий 52. Экс. Усиление навыка 83 штучки. Завершение атаки. Офигеть, офигеть, просто уничтожаем сегодня. Все события. 125 тысяч монет. Главное, чтобы хватило. Вроде бы должно хватить, по идее. Но все может произойти. Нападающий 55 пак. Давай, грузись уже, ну я должен загрузить его. Блин, у меня такое пушечное нападение должно быть. Я в шоке. Завершение атаки. Показай все сразу. 125 тысяч монеток. Ё-моё, ё-моё. Элитный рок. Абсолютно любой. 80+, может выпасть с рейтингом. Ну хорошо, тратим. И там, кстати, последняя финальная награда, которую я должен забрать. Да и все. Гётце. Ну, Гётце раньше, Марио когда выпадал, там, ну, конечно, рейтинг был намного выше. Сейчас 82-й, ПСВ, ну, как-то слабо. Да, понимаю то, что года идут. Ай, не хватает чуть-чуть. Сейчас я по-быстрому прохожу испытания в основной главе. И после этого можно забирать уже карточку наилучшую, наиофигеннейшую. Жетоны Тоти 25 штучек. Блин, я не думал то, что буду так много тратиться в этом событии, но оказалось то, что все же приходится почему-то. Я не знаю, вот не хочу много тратить, но почему-то оно прям постоянно само по себе тратится. Вот не знаю, хватит ли мне на весь сезон поинтов, но я, конечно, надеюсь на то, что хватит. Так, надо срочно Хаверсом забить. Хаверс, что ж такое? А что вообще он, типа, это... исполняет штрафные. Как-то не особо прикольно. Так, жетоны Тоти 25 штучек я сумел выбить. По моему промокоду капуста фепа вы сумеете получить бонусом до 25 тысяч рублей у моих надежных друзей в NX. Нужная ссылка находится в закрепленном комментарии. Очки нападающих 50 штучек мне нужно срочно выбить, и после этого могу забирать наилучшую, наифигеннейшую карточку Лионеля Месси. Я вначале думал все же нет, заберу Роберта Левандовски. Но потом подумал, да не, нихера, нихера, не хочу забирать Роберта Левандовски. Блин, еще такое сложное это испытание. Опа, 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 опа. Ух. Ух ты, ё-моё, ё-моё, давай, 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 давай. Ух, сумел пройти это испытание, хорош. Очки нападающие, 75 штучек. Хорош, хорош, батяня, затащили. Теперь мы залетаем совместно с вами в раздел нападающие. И заберем очки нападающего старта 100 штучек. Я сумел это сделать, я сделал это. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. 660 на балансе. Блин, а мне не хватает всего лишь это. 40 очков для того, чтобы забрать карточку Месси этого и Левандовски. Я не знаю, короче, что делать. Забирать Левандовски и Мбаппе. Создал я опрос у себя в телеграм-канале и спросил у ребят, стоит ли мне забирать карточку Левандовски и Мбаппе, либо забрать мне карточку Месси. Все сказали то, что стоит все же забирать Левандовски и Мбаппе. Ну, видимо, придется делать, как ребята мне посоветовали. Других вариантов я не вижу. Хотя, на самом деле, я и Месси уже хотел забрать. Думаю, ладно, фиг с ним, заберу уже Месси. Я, если честно, уже немножко устал донатить. Но, блин, меня просто-напросто вынуждает это делать. 5400 самоцветов. То есть, 5400 поинтов трачу, я уже заговариваюсь. 2700. Шесть тысячу.
Так, на балансе у меня 3 800. И вот так вот сделаем, да, все. 300 должно быть, да. Очки нападающего, 4000 на балансе. Блин, поинтов все меньше и меньше. 934 000. Блин, так, ну, такими темпами так быстро они улетят. Может быть, я вообще психану и заберу еще карточку Месси. Если вы наберете здесь, например, 7 либо 10 тысяч лайков, то бабахну и заберу еще и Месси. Я не знаю, я с ума сошел, видимо. Мы сюда заходим и мобила карточку заберем перед их обмену. Стоп. А сколько здесь 55 жетонов даются? Мне так невыгодно забирать эту карточку. Иммобиле, сори. Я заберу не тебя. Я заберу сейчас карточку. Карточку Морено. Так, у меня же там в рыбу все хватает, по моим подсчетам. 30 жетонов тут даются. 30. У меня 660. Так, Морено карточка. Закидываем сюда. Может быть, в будущем я еще чуть-чуть бомбану и реально заберу карточку этого Месси. Не знаю, пока что еще не решил. Я просто понимаю то, что лучше карточку могу забрать. Так, Морено карточку мы сейчас заберем. Ну, жесткий обмен на самом деле у нас сейчас происходит. Надеюсь на то, что вам такие ролики нравятся, потому что лично я кайфую от таких видосов. Я уже раз 10 на протяжении этого ролика поменял свое мнение. Сначала Месси хотел забрать, потом написали мне это. Ну, сделал вопрос у себя в телеграм-канале, все написали, не, забирай лучше Левандовский Мбаппе. Отпишите в комментариях, верно ли решение, вот прям, которое я сейчас сделал, 690 жетонов. И мне нужно выбить прям абсолютно любого игрока сейчас. Обязательно программа. Лучшая команда года, нифига себе, лучшая. Еще так подписали, блин. Без комплексов EA Sports. И мы купим, например, карточку Тадича. 914 монеток стоит. Приобрести нажимаем. Подтвердить. Рынок. Мои заявки. Получи всех игроков. Блин, когда уже улетит карточка 5? Я не знаю, зачем я его забирал. Чтобы я знал так, я бы его не забирал. Хотя он, конечно, бесплатно дается. Но тоже совершенно другая история. Карточка Тадича, 89 обмен. Совершим прямо сейчас. Быстрое добавление. Пуп-пуп-пуп-пуп. Обмен. Ну и все. Рубаря, я сумел сделать это. Я сейчас заберу карточку двоих самых офигенных игроков. Очки нападающего старта, 10 штучек. Тадич, 89-е. Просто разнос, разрыв, разрыв. И на балансе у меня 700 жетонов должно быть. Блин, ну вот это, конечно, улетный выпуск. Мы вместе забрать. Не знаю, что делать, ребят. Ладно, давайте еще раз перепроверю мой телеграм-канал. Вы смотрите, вся информация вообще обо всем у меня находится в моем телеграм-канале. 61% голосов за то, что стоит забрать карточку Левандовский Мбаппе. Ну ладно, давайте сделаем этот выпуск самым офигенным. Заберем сразу двоих тоти игроков. Фух, Мбаппешечка, добро пожаловать в мой футбольный клуб. Я так рад, что у меня на самом деле получилось забрать эти две карточки. Я максимально кайфую еще и с эффектом. Красота! Ебой-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 ой! Мы забрали карточку Келлиана Мбаппешечку. И добро пожаловать ко мне в мой футбольный клуб. Ох, 16 лямчиков стоит эта карточка. И остается у меня еще жетонов на получение карточки Роберта Левандовски. Ебой! Я в шоке сегодня, то, что творится у нас. Мы собираем Роберта. Мы получаем Роберта Левандовски. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Мы это сделали, батя зарешал абсолютно все. Блин, как же круто выглядит эффект этой получения карточки. Блин, я не знаю, я просто кайфую от того, что у меня есть возможность наблюдать за таким нереально охеренным эффектом выпадения карточек. Раньше у нас такого не было в игре. Раньше, когда открывал, такое, ну что попало было. Сейчас вот эти волкауты, это самое лучшее, что могли придумать яшники. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ух. Короче, если вы наберете вот прям кучу-кучу лайков, я задоначу и заберу еще карточку Месси. Надо подумать, сколько он стоит, стоит ли его забирать вообще. На самом-то деле есть лучшая карточка, а именно карточка лучше. Хотя я понимаю то, что у Месси будет карточка ультимейт Тоти Рока, она будет сногсшибенная. Так, а тут сколько? 190 жетонов у меня уже на балансе есть. Ебой, походу мне в этом событии Тоти придется потратить ровно 200 с чем-то тысяч поинтов, но мне кажется то, что иногда стоит этим заниматься для того, чтобы собрать самую лучшую, самую крутую команду. Я прям в шоке.
Я забрал двоих лучших игроков, ребят. Я сделал это. У меня есть карточка Роналду, у меня есть карточка Неймара, у меня есть, короче, блин, нереально крутые карточки, которые надо просто использовать, которые нужно с удовольствием тестить, нужно ими кайфовать. Пока есть возможность, вообще прям, ну, не знаю, что вам говорить. Ребята, в следующем выпуске я уже для вас сделаю, ну, думаю, тест этих карточек. Я еще задумаюсь, кого мне оставлять на позиции нападающего, Роналду, Левандовски или Мбаппе, не знаю, еще не знаю, я еще не решил. Пока что мне карточка Роналду вроде бы как и нравится, но есть нюансы. Я вот скоро все вам еще покажу. У меня есть вот, ну, прям некие соображения, как можно лучший состав. Вы отпишите мне, пожалуйста, в комментариях, какую схему мне выбрать для этого состава, кого из игроков мне продать. И с помощью ваших советов я завтра соберу нереально охеренный состав, либо послезавтра. Ну, короче, скоро вас ожидает такой пушечный выпуск. Я даже не знаю, когда вам его заливать. У меня столько много идей, как можно создать команду нереальной мечты. Поэтому я жду ваши комментарии вот там вот внизу. Надеюсь на то, что вам сегодняшний ролик понравился. Я постарался от души сделать все, что мог, все, что хотел, я сделал. Теперь все зависит от вас, ваши лайки, ваши подписки, ваши комментарии, чтобы я понимал то, что реально вам это интересно. Да и мне самому по кайфу это делать. Я не знаю, у меня такой составчик. Ох, я его прокачаю, вы скажете в воду, чтобы... не состав, а сказка. Просто сказочка. Ах, все, ребята, заканчиваю. Спасибо большое за просмотр. Напоминаю, лайк, подписка, комментарий, и у вас будет хороший шанс принять участие, да и получить от меня все-все-все награды, которые только есть в этой игре. Спасибо большое за просмотр. Всем до скорой встречи, всем пока.